власті. Сергій Митрохін, лідер партії «Яблоко». Я думаю, сегодня наша правящая группировка во главе с Путиным и Медведем сделает для себя очень неприятное открытие. Она откроет для себя, что в России есть народ! Мы все вместе. Кто мы здесь такие собрались? Мы здесь народ! Мы здесь народ! Мы здесь народ! Мы здесь народ! И мы здесь народ! Многотысячным, почти 100-тысячным митингом говорить с властью от имени всего народа России. Так вот, мы здесь собрались для того, чтобы сказать этой самой правящей группировкой, что мы народ, защищенный Конституцией, согласно которой в момент выборов не вы наша власть, а мы ваша. Поэтому мы вправе сегодня заявить, как российский народ, хватит воровать голоса на выборах. Хватит воровать у нас власть! Вернем народу власть! Вернем народу власть! От наших правоохранительных органов, ну какие есть пока, такие есть, и от прокуратуры, и от Следственного комитета, приступить к исполнению их прямых обязанностей. Они обязаны изучить все то чудовищное количество свидетельств обмана, которые опубликованы в СМИ, в интернете, а мы им поможем с удовольствием. И по итогам этой работы они обязаны подать в Верховный суд иск об отмене этих позорных выборов 4 декабря. Мы отправили как российский народ требовать проведения новых выборов в Государственную Думу. И мы как народ сегодня с вами давайте скажем, что эта новая дума, якобы избранная 5 декабря, нелегитимна. Позор воровской думе! Позор воровской думе! Возбудить уголовные дела против всех этих десятков тысяч воров в избирательных комиссиях, бегающих глазами, которые сняты в интернете, которые фигурируют в докладах наблюдателей, немедленно привлечь их к ответственности. И если потребуется, если суда так докажет, посадить их в тюрьму. Отставки главного фальсификатора нашей страны,
недоучку волшебника Чурова, который несет политическую ответственность, а не только уголовную. Не должны ограничиваться этим. Мы должны потребовать расформирования всей системы избирательных комиссий и потребовать формирования их по принципиально иному пути. Одна партия, один член избирательной комиссии. И мы сегодня, как российский народ, должны схватиться и бороться. Мы должны продолжать нашу борьбу. Пришло на избирательные участки контролировать избирательный процесс. Даешь честные выборы! 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 Друзья, сегодня счастливый день. Здесь сегодня 1060, а может быть и 100 москвичей. Ура! Никто не ходил никогда на митинги и на демонстрации, потому что нам всем надоело. Надоело, что нас обворовывают. Надоело, что нас считают быдло. Хватит это терпеть. Здесь сегодня не только политики, просто граждане и люди. Мы все понимаем, что нынешняя власть уходить не хочет. Все считали, голосуя протеста за разные партии против всех, что мы опустим Единую Россию и будем договора в Украине. Что мы должны делать с этой ситуацией? Что мы должны требовать? Отмены этих выборов, отмены этой фальсификации. Даешь новые выборы? Даешь новые выборы? Даешь новые выборы? Не состоявшимися, тогда 4 марта ситуация будет иной. Мы сейчас с вами знаем, что будем делать.
знаем. Мы не дадим Путину прийти в президентское кресло 4 марта. Не пустим Путина в Кремль. Не пустим Путина в Кремль. Друзья, все в наших руках. Наши требования простые и ясные. Отменить эти выборы, провести новые. И президентские выборы мы проведем так, как надо. Проголосуем так, как надо. Путин приходил на ворот! 50% не специфицируешь. Сюда приходи! Отменить выборы! Даешь свободные выборы! Дай, Дина! Путин! Спасибо! Сегодня счастливый день! Друзья, вот видите, какую нам дату здесь сейчас устраивают эти правоохранительные органы. Мы с ними сколько времени согласовывали площадь революции. Они говорили, что там нам будет слишком тесно. Вот здесь свободно для такого количества людей. Вот мы все видим, кто у нас на самом деле говорит правду, а кто говорит неправду. Но тем не менее, мы здесь все равно достаточно близко от Кремля. И я считаю, что для того, чтобы наш гарант Конституции, наш лидер Единой России услышал мнение народа о себе, надо сейчас повернуться в ту сторону и сказать, что мы о нем думаем. Вот давайте повернемся в ту сторону и скажем: жулики и воры!